Родственники Меган Маркл продолжают зарабатывать на новом статусе герцогини Сассекской. В Букингемском дворце всерьез разрабатывают план, как заставить замолчать отца и сводную сестру Меган. Чем самые близкие насолили звезде форс-мажоров, узнаем у Светланы Чернецкой. Королевская сказка для Меган Маркл продолжается. Но в то же время кровные родственники продолжают огорчать герцогиню Сассекскую. Сестра по отцу от первого брака не устает раздавать интервью прессе, купаясь в лучах славы и зарабатывая по несколько тысяч за одно появление на экране. Саманта Маркл поливает грязью Меган, упрекает в игре на публику и в бесчувственности. Я действительно думаю, что сейчас критическое время, и она должна выйти на связь с отцом и прояснить все недопонимания, потому что жизнь очень коротка, и ему уже 74 года. Если с ним что-то случится, и отец умрет, не думаю, что мы сможем себе простить, что он был несчастлив. Меган уже 3 месяца не выходит на связь с отцом, не отвечает на звонки и сообщения. А Томас Маркл еще больше настраивает дочь против себя, обсуждая подробности личной жизни дочери в прессе, что совершенно недопустимо для родственников королевской семьи, ведь по традиции каждое слово должно быть согласовано с администрацией Букингемского дворца. В тот момент, когда Томас Маркл открыл дверь перед прессой, дверь дворца перед ним закрылась. Его сейчас считают неблагонадежным. Он наверняка даже не подозревает, какой эффект вызывает его слова. В надежде, что она сможет достучаться до отца, Меган решила все же навестить его. Подробности визита держат в секрете, но известно, что он состоится в конце августа. Герцогиня поедет сама, принц Гарри останется в Лондоне. Она, конечно же, получит инструкции от Букингемского дворца, как должен вести себя родственник королевской семьи и постарается убедить отца быть поскромнее и соответствовать новому статусу дочери. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер.